Развивайся, будь успешной, всегда будь в хорошей форме. Ты лучшее, что есть в этой студии. Профессионал, баба с яйцами. Смотрите прямо сейчас на Старт. Ева Рожай. Надо что-то делать. Чувствуешь, что смотришь. Старт. В каждом танцевальном стиле своя уникальность и неповторимость. Хип-хоп — это свобода. Свобода движения, свобода мысли. Ты слышишь голос улиц, следуешь ему и полностью в нем растворяешься. Бальные танцы — это страсть. Страсть между партнерами, выбивающая искры на паркете. И, конечно, страсть к танцу. Contemporary — это эмоции. Эмоции, которыми ты наполняешь свою технику. Потому что движение без души — это только движение. Брейкинг — это зрелищность. То, от чего зрители кричат «Вау!». Экспериментал — это поток. Ты двигаешься в нем не как нужно, а как чувствует тело. Это выход из зоны комфорта, за рамки своего воображения. Баппинг — это баттл. Баттл с соперником. Баттл со своим телом, которое ты заставляешь делать невероятные вещи. Баттл с самим собой. Меня зовут Лиса Нутяшева, это новые танцы на ТНТ. Всем привет! Сегодня в борьбу за главный приз вступят представители категории соло, дуэты, команды и дети. А кто из них пройдет во второй этап, решат наши судьи. Все мы знаем, что у него по-настоящему тонкий танцевальный вкус. Частый гость нашего шоу – хореограф Владимир Варнава. Он может приспособиться к абсолютно любой ситуации, поэтому даже на танцевальном шоу будет чувствовать себя комфортно. Впервые у нас в жюри актер шоу импровизации Антон Шастун. Всем здравствуйте! Всем привет! Всем привет! 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 Ну, какие-то танцы, правильно? Ну, как настроение, Антош? Вообще, отличное настроение. Какие танцевальные направления, Антон, знаешь? Я? О, да я все знаю. Давай. Я знаю крамп. Так, крамп. Крамп это когда с воздухом дерешься. С воздухом дерешься. Все. Да. Угу. Вот это крамп. Да. Вот. И а можешь показать, как вот в твоей... Ну, крамп это что-то вот так делаешь вот. Всегда. Да? Все. Нормально. Так, хорошо. А еще я знаю контемп, ой, не контемп, а вок, где надо падать. Почему падать-то? Ну, там есть дропы, надо падать. Но один раз только можно. Да, один раз делаешь дроп, можно падаешь. Постоянно. И не встал. В моем случае, да. Как будешь выбирать? Сердцем, эмоциями? Вообще сердцем. Вообще сердце. Ничего оно не понимаю. Оно у тебя есть. Оно у меня присутствует. Есть. Спасибо тебе, что ты с нами. И, как всегда, с нами любимый хореограф страны Мигель. Привет. Это новые танцы на ТНТ, и мы начинаем. Здравствуйте, меня зовут Али. А ты не был у нас на сцене, нет? Ну, в прошлый раз был Сафра. А, это ты Сафра приходил? Да? Сафра, год, в смысле год, Сафра? Или год Сафра? Прошел, нет, и Сафра, и Сафра. В прошлом году я ходил со стилем афро. Но судьи выбрали любого малыша. Меня не остановило.
Мне стало даже стремиться, и вот пришел на следующий сезон показать, что я хотел тогда показать. Гуляют очень-очень мало. Не, ну у меня есть друзья, те, которые меня приглашают, но я у тебя спрашиваю, ты говоришь. А когда? Вот давай тогда меньше танцами заниматься. Днем учить уроки, вот надо в среду ходить. Сегодня у тебя какие тренировки? У тебя только одна тренировка или нет? Ну, у меня сегодня проект, электроэкран. Ну, по сравнению с прошлым годом, у меня, в принципе, ничего не поменялось. А с друзьями договорился встретиться в выходной? Ну, к сожалению, не могу из-за тренировки. Но друзьями можно и в другой день. Правда, мама уже стала меня не возить, я стал сам ездить. Вылет из проекта мне даже, так сказать, дал сил для того, чтобы дальше стремиться и показать то, что я могу показать. Все меня запомнили ярким парнем, но это только мой первый образ. Для меня уже танцы — это жизнь. То есть я встаю, танцую, даже когда перемены я танцую, еду куда-то, танцую. Я по жизни танцор. Всем я говорят, если ты хочешь стать профессиональным танцором, то надо тогда в каком-то одном стиле. Но я хочу чуть-чуть изменить правила. Ведь, как говорится, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Это успех. Ты видишь, как тебя встречают? А зритель-то он понимает. Что танцевал Али? Крамп. Молодец. Все верно. Yeah. А ты говоришь, что не разбираешься в танцах. И как он станцевал? Вообще, это было очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Очень классно. Во-первых, ну, прическа, да, сразу да, идеально. Тебе Ивова это скажет. Мигель, вряд ли. Мы говорим тебе да. Вот, ну, я позавидую. Блин, это очень классно. Мне, конечно, больше всего понравилось, что ну, Али танцует, делает крутые движения, и люди его очень поддерживают. Классно, да, и вот это движение получилось, и вот это. Но особенный восторг вот у этой половины вызвало, что Али кепкой в портфель попал. Он вот это, и кепка попадает, и все такие: «Да, он попал!» Вова, ну тебе понравилось? Слушай, ну, брат, 14 лет, как бы, вообще, респект. За перевоплощение, за такой респект. Мне очень понравилось, что ты, ну, и телом реагировал. Что я видел, как бы, разные тела, два разных тела. В первой части, во второй части, в первой части. Это круто. Мигель. Это было круто, конечно. Во-первых, я не видел ни разу, как Али танцует крамп. Я не знаю, может быть, до этого было лучше, сейчас чуть-чуть похоже.
Но то, что ты универсальный танцовщик, я могу точно подтвердить. Браво. Спасибо, спасибо тебе, Али. Все, я рад. Главное, что всем понравилось. А дальше уже пройду или нет. Ну, конечно, я бы хотел, чтобы я прошел. Но главное, кайфану от того, что танцевал. Это самое главное. Ты была же у нас тоже, да? Да. Тася, с возвращением. Я очень рада тебя видеть. Я тоже вас всех. Как прошло твое выступление? Ну, я немножко глаза опустила в пол. Ну, станцевала не лучше всех, поэтому... Из-за чего расстроилась больше? Из-за того, что не прошла дальше. Вот, из-за этого. Маленькая моя. Давайте поаплодируем. Такая молодец. Такая ты... Ну не плачь, маленький, не плачь. Ты помнишь, что я тебе сказала сразу после того, как ты вышла на бэкстейдж? А ты понимаешь, что это только начало твоего пути? Ты одна из всей команды приехала на такой огромный проект, и это первый твой выход на сцену. Представляешь, что тебя в будущем ждет? И вот ты пришла. Я была права? Да. Что поменялось у тебя за год? Я стала танцевать в двух командах каждый день, можно сказать. Начала доказывать то, что нужно идти дальше. Не надо останавливаться, если у тебя какая-то неудача. Очень хочется пройти, доказать всем. Доказать что? Ну что, а я сильная. Ты знаешь, с кем ты в батле? С Али Хайрулиным вроде бы. Но он сильный. Ты знаешь, что для меня это самый ваш батл, самый волнительный батл эфира? Да. Да. Почему? Ну, потому что вы оба в том году слетели на первом этапе. Ну, это да. Ну, у нас, можно сказать, одинаковые. Будем бороться. Все же достойный соперник. Она тоже офигенно танцует в своем стиле, и это ей нравится. Поэтому пусть победит сильнейший. Да, а я пошла плакать сразу. Каждый из нас перед сном думает мыслях о том, что было бы, если выбрал другой путь во всем, либо не повстречал того, с кем ты вместе. И даже если мир уходит из дома, и даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. Тасенька, ну выдыхай. Все было хорошо. Подари нам свою улыбку, пожалуйста. Ну вот же, ну. Тась, мне показалось, что ты так сильно волновалась. Вообще, ну ты отлично справилась. Молодец, это было классно. Спасибо. Молодец. Мигель. Ты очень круто двигаешься для такого маленького ребенка. И все было четко, практически не придерешься к твоему исполнению движений. Только мне почему-то в них не хватило именно эмоционального какого-то посыла. А так была очень сильная композиция технически. Для твоего возраста вообще отличная. Эмоционально, видимо, ты переволновалась или что-то. Я понимаю, что вот сейчас вот за кулисы тебя позвать, и ты там вообще по-другому станцуешь. Ну, видно, что ты перенервничал. Из-за этого эмоций не было.
Спасибо, Мигель. Вова. Мне кажется, что для 12 лет вообще это типа дико круто, что ты уже очень хорошая танцовщица, но когда вырастешь, будешь просто типа разносить. Вот. Мне кажется, что танцовщика определяет именно страсть. Это в тебе есть, безусловно. Поэтому спасибо тебе. Ну что ж, Тась, приглашаем на эту сцену Али. И сейчас будет очень тяжелый выбор. К решению. Ольга Дипцева. Говори быстро, что там случилось? Антон Филипенко. Какой-то полтергейст. Владимир Симонов. Это астральная сущность, вы просто его не видите. Максим Лагашкин. Артем, ты чего? Федор Бондарчук. Заврался ты, запутался. И кто-то еще. «Барабашка» с 26 сентября в 8 вечера. Ну куда ты убежал? Иди сюда. Премьера на ТНТ. В прошлом сезоне вы оба на этом этапе вылетели. Посмотрим, что будет сейчас. И что, начнем мы с Вовы. Мне оба очень понравились, но поскольку это баттл, и на баттле для меня имеет значение, ну, вау-эффект в данном случае, и по совокупности критериев плюс вот этот вау-эффект, мне кажется, что, ну, как бы Али для меня взял сегодня победу. Али получает голос от Владимира Варнавы. Твой выбор, Мигель. Хочу похвалить обоих и не знаю, на самом деле, что сделать и кого выбрать. Потому что, с одной стороны, стоит очень техничный человек, в котором мне не хватило немножечко эмоциональности в его танце, а с другой стороны, наоборот, эмоционально наполненный танец настолько был, что все технические какие-то неполадки были просто незаметны, и это смотрелось как единое произведение. Я поздравляю вас, во-первых, с тем, что вы на это решились, что вы сюда еще раз пришли, и вы большой пример для тех людей, кто сюда приходит и после этого опускает руки. Спасибо вам за это. Но... Я, наверное, сегодня сделаю выбор. Единогласно, Али проходит следующий тур. Все, дальше буду удивлять их. Это только начало, поэтому я еще не намерен уходить с проекта. Иди ко мне. Что там? Я проиграла. Тась, мне кажется, ты не проиграла. Я клянусь тебе, я смотрела твое выступление, у меня мурашки вот такие были. Ты победила саму себя. Малышка моя, я тебе честное слово говорю, что ты не проиграла. Ты победила. Это было очень круто. Ну, пожалуйста, ну хоть что-то вообще. Молодец, большая. Я тебя прекрасно понимаю. Я очень первый раз тогда тоже проиграл, и мне тоже хотелось уйти и все. Больше не танцевать. Но, как видишь, это мне наоборот больше усилий. Тебе уже в два раза больше усилий. Поэтому ты в следующий раз придешь и покажешь, что ты хотела тогда, и удивишься. Дуэты. И я приглашаю первую пару на эту сцену. Ну, рассказывайте о себе, кто вы? Муж, жена. Ваня. Рузанна. 8 лет назад я приехал в Ростов для того, чтобы поступить учиться. При поступлении пришел пробоваться в коллектив вузовский. И зашел там, встретил. Руководителя встретил. Да, руководителя коллектива. Ваня начал активно общаться, много мне писать всяких разных сообщений, много-много общались, и в дальнейшем как-то потихоньку с «вы» перешли на «ты». Он просто чуть-чуть моложе меня. Да.
Разница в возрасте 10 лет. Я долго очень размышляла из-за разницы в возрасте. Вообще как-то было странно. Пришел человек в коллектив, было не по себе. Со временем поняла, что мое. Мы год встречались, и на годовщину Ваня сделал мне предложение. Итог нашего союза. Итог нашего союза – это мистер Роберт Иванович Пугачев. Хотим очень сильно, чтобы он танцевал. У нас есть танцевальный коллектив. Я являюсь руководителем. Иван у нас педагог и постановщик главный. Мы работаем в тандеме, что для нас очень сложно. Каждая репетиция – это испытание. Мы просто очень экспрессивны и не можем нормально реагировать на что-то. Ну, может, со стороны кажется, друг что друг на друга, не на что-то, а друг да, на друга. Да, мы два тигра, не могут быть на одной горе. Ну, противоположности, вот это мы. Притянулись. Будучи дружеские отношения или, может быть, вообще что-то больше, тяжело работать вместе. И мне кажется, это так во всех сферах. Тяжело, но мы идем вверх вместе. Вот так. Все замечательно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Насколько вы счастливы, как пара по пятибалльной шкале? 4. Погодите. Пятерка лучше мечтать нельзя, а единица полная несовместимость или... Попробуйте дать ответ, как чувствуете. Как скажете. Готовы? 4. Вообще, это как будто... Кино. Ну, это какой-то, да. Это еще и там такие эти были, и там платья вот так, и там вот. Я как будто в спальню заглянул вот так вот, и вот так быстро надо закрыть, когда... Застеснялся немножко? К родителям. Ну, тебя заставили на это смотреть. Заставили. Смотри. Нет, нет, не закрывай дверь. Смотри, что мы делаем. Нет, ну это правда было очень прикольно, очень классно. Спасибо большое, спасибо. Слушайте, ну потому как вы танцуете, видно, как вы к себе относитесь. Вы достаточно крепкая пара. Спасибо вам большое, это видно. Спасибо. Меня чуть-чуть смутил материал, с помощью которого была выражена данная ситуация жизненная. Чуть-чуть. А так, если судить по тому, как вы это станцевали, то станцевали вы это хорошо. Вова. Но я согласен. По поводу материала, мне он тоже показался не совсем выразительным, но самое, пожалуй, интересное, что вот вы такая приятная пара, и все, что мы чувствуем, когда мы с вами общаемся, все это как бы проявляется в вашем танце. Вот это, пожалуй, то, за чем мне очень хотелось наблюдать. Вот, поэтому я вас поздравляю. Ребята, спасибо вам большое. Ну, рассказывай, нет. Ни денег. Билет стоит 28 рублей. Это у меня последний. Ни мужей. Это развод, да. Ни счастья. Мой сын здесь жить не будет. Ни напряжная комедия. Я отец. Это не тот папа. Разобью PlayStation. Сразу не узнал. Привет, папа. Ни
«Она» с 3 октября в 8 вечера. Вы так чего, вы заселяетесь? Почему такая огромная разница с фотографиями? Заката дождитесь, обои знаете, как заиграть? Что спасибо скажете? Премьера на ТНТ. Ну что, я приглашаю следующую пару на эту сцену. Здравствуйте, Аполлоновы. Здравствуйте. Блин, это как будто новый сериал. В субботу на ТНТ. Аполлоновы. Аполлоновы. Надеюсь, он начнется наконец-таки. Уже 12 лет в браке. Познакомились мы вообще, по-моему, лет 15 назад. Я поступил на филфак и участвовал во всяких студвёснах. А Надя танцевала в коллективе в Академии культуры. И руководительница ее коллектива, заметив меня на всяких там конкурсах танцевальных, пригласила к себе. Смотрел, типа, всех девчонок в этом коллективе и выбрал самую красивую. Ей оказалась Надя. 25 лет я уже танцую, и из них лет 20 я преподаю. На самом деле я хореограф. Преподаватель, хореограф — это разные ребята. Это как учитель русского языка и писатель. Вот я писатель. И я. Вот есть ребята, они прям не танцуют вообще. Они просто зачем-то ходят, зачем-то заплатили. И это вот тяжело. Да не, не парюсь. Как я как можешь? Бы думаю, что я типа Моцарт, а это вот такие пианисты, которые просто не умеют мою мелодию играть. Моя деятельность, по сути, это вот толдычить хореографам и танцорам, что, ребята, сфокусируйтесь на содержании, на том, из-за чего вы двигаетесь. А что, как у вас дела по постановке номера? Отлично, ну как, я же все придумал. Типа там завязка, кульминация, развязка, все есть. У нас проект же не хореографов, а танцовщиков. Новые танцы — это проект хореографов. Просто... Никто об этом не знает. Да. Все танцоры, которые участвуют в проекте, должны быть в курсе, что основа всего — это драматургия. Но они не в курсе, поэтому все проиграют, я выиграю. Ну, я не буду загадывать. То есть я почему-то верю, что выиграю. Однозначно. Однозначно, что? Ну, ты выиграешь. Ты тоже выиграешь. Мы оба выиграем.
Кто как понял? Вова, как ты понял? Слушай, ну понятно, что здесь есть и тема, и есть даже вроде какое-то развитие сюжета внутри, что вот он типа все проигрывает и просвистывает все свои накопления, ставки. А мне понравился, что это такой концептуальный став. Мне понравилось, что это все же дуэт, несмотря на то, что типа Надя у нас статики находила, но это решение, и это прикольно, это работает. Но мне показалось, что Саш... Хореография, как будто бы текст, над тобой слегка доминирует. Вот в данном случае как бы Надя на сцене была. Вот тебя немножко пожирал твой собственный текст. Мне так показалось. Текст прекрасный. Замечательно. Я вас вообще поздравляю. Классная штука. Спасибо. Ну. Антон, интересно тебя послушать. Так, ну, во-первых, мне понравилось, что где-то вот в середине танца я повернулся вот так вот на Вову с Виелем. Два человека очень вот так вот погружу, очень внимательно. Там кто-то это бьет по деревяшке, кто-то бьет. И два очень внимательно вот так человека, очень погружены, смотрят. Они как следователи были, так, угу. Слушайте, я здесь как, ну, обычный зритель. Да. И, наверное, мне не хватило, не знаю, какого-то погружения или еще чего. Я не знаю, чего мне не хватило, но для обычного зрителя это точно сложновато. Мне было сложновато. Мигель. Ну, я не знаю, что сказать. В данном случае, конечно же, если бы, знаете, такой в рутине бы номеров куча-куча-куча, а вдруг увидели пару, вышедшую вот в таком образе на реальный баттл где-нибудь там, на каком-нибудь чемпионате или где-то, и вдруг представили вот такой номер, конечно, он бы разнес. Но сейчас я не скажу, что я был в восторге от материала. Ну, как бы, я знаю, как Саша двигается. Открытий никаких не было. Надя в данном случае для меня действительно была наполнение. Ей вот так вот хватило то, что она вот так стояла. И у меня впечатление все, на самом деле, больше в твою сторону сейчас в этом номере развернулось, что это был сильный номер со стороны тебя. Но сюжетно, мне казалось, можно было бы посильнее, как бы посмешнее сделать развязку. На самом деле в этом есть, наверное, какая-то небольшая проблема в том, чтобы искать все равно способ доставки своего искусства до зрителя. И в данном случае этот способ найден не был. Есть некая растерянность у всех, и у зрителей, и у членов жюри, и так далее. Но, может быть, это то, о чем стоит подумать. Способ доставки до зрителя. Потому что тоже он закончился, мы не знаем, как бы закончился, не закончился. Как будто бы о нас не совсем вообще подумали. Но номер держит, понимаешь? Мы о нем спорим, он видишь? Держит интересное, интересно. И внутри все равно решение. Там есть решение, и это клево. Вот. И вот оно решение, давайте решим. Кто же победил в этом батле? Две семейные пары. К решению. Начнем мы с Антона. Я хочу еще раз поблагодарить сериал на ТНТ «Аполлонова». Вот, это было интересно. Я такого никогда не видел. И спасибо вам за это, но свой голос я отдам за Ивана и Рузанну. Вова. Я ни в чем никого не убеждаю. Ваше решение не было идеальным, номер не был сделан, но все равно оно было. Там была идея, и я в данном случае проголосую, пусть за сырую, но за идею. Мигель, тебе решать. В данном случае была хореография, которая мне, честно, не очень импонирует. Я понимаю, что она достаточно старая, и если выходить батлиться, тем более в современном каком-то мероприятии, то нужно чуть-чуть подстараться. Что касается вас, то да, выражение в данном случае ваше мне было ближе, но я ничего не понял на самом деле о том, почему это проходило именно так, и идея, наверное, да, но она меня не зацепила. У меня такое, вообще не знаю, между чем выбрать. Но в данном случае, если мы все-таки проект танцы, а не проект идеи, я выбираю танцы. Иван и Рузанна проходят следующий тур. Спасибо.
Это был эксперимент. Ну и мы понимали, что мы рискуем. Это нормально. Кто не рискует, как бы тот не узнает. Либо ты делаешь и получается, либо не делаешь и точно не получается. Да, это вообще не повод типа, делать. Самое крутое, время, смотри, как это все. То, что тысячи участников просмотрели, и мы оказались здесь. Ну, это, мне кажется, самое крутое. Показатель того, что за что-то зацепился глаз. Привет! Как вы называетесь? Vibe Crew. Vibe Crew. Vibe Crew. И в чем же ваш вайб? Наш вайб в атмосфере и в скиле. Мы, Vibe Crew, представляем Новосибирск. Сибирь. Сибирь. Я так понимаю, хоп? Да. И как сейчас в Сибири с хопом? На Сибирь, Новая Атланта. В смысле с хопом. Танцоры в Сибири уникальны. И мы тоже уникальны. Мы стараемся показывать музыку, показывать ее необычно. Считаем, что танец – это такая своеобразная философия. И вот мы стараемся в своем понимании это показать. Вот обычно так контемпчики говорят. В этой команде нет такого, что вот лидер или тренер, я не знаю, как это назвать, да, и ученики. Оно как бы начиналось так, но потом получилось так, что в этих людях такая вселенная. С ними удовольствие большое – жить, угорать, путешествовать. Мы столько путешествовали вот даже в этом сезоне. Ты все снимаешь, ходишь? Да. Куда бы мы ни ездили, мы всегда стараемся запечатлеть эти моменты. И потом она все это монтирует. Мы все собираемся вместе в нашей студии, ставим экран большой, проектор, садимся и смотрим. Это прям очень классное чувство, которое нас всех сближает, супер сближает. Я хочу, чтобы это все увидели. И сама хочу посмотреть. В общем, мы очень любим собирать эти памятные моменты. И мы надеемся, что фильм с этой поездки будет не короткометражным. Антош. А какой это стиль танца? Так ты же разбираешься, скажи сам. По мне это просто очень круто танцует. Какой стиль танца? Капец круто. Очень сильно круто. Нет, классно. Я единственное, что я могу оценить, было синхронно. Вот это я могу сказать. Классно, спасибо. Это большой труд, да, было синхронно. Вова,
В общем, я чувствовал стресс такой дополнительный, которого хотел бы не чувствовать, это раз. Потом, когда вот вы стоите, у вас такие прекрасные девчонки, они такие подтянутые, фактурные. Но когда вы стали танцевать, мне бы казалось, что как раз-таки женская половина команды такая вялая, неточная. А вот там типа... у них разделение четкое. Пацаны за грув отвечают, девки за синхрон. Да, но вот парни... В общем, парни как-то показались мне точнее в данном случае, интереснее. Вот. А девочки ощущение, что вы как-то недавно вообще внутри команды. А точнее? Что значит точнее? Ну, отношения с музыкой. Отношения с музыкой. Конечно, я тоже про это хотел сказать, конечно. Мигель. Слушай, ну на самом деле, Вовка уже все сказал, у меня были точно такие же, можно сказать, замечания. Пацаны в данном случае отвечали и за вайб, и за настроение, и за танец. Девчонки, надо чуть-чуть побольше постараться. Но интересно, кто у вас соперник, поэтому не знаю, какие будут у нас результаты. Пока все круто, спасибо. Пока спасибо. Бурные аплодисменты, провожаем вас. Вместе живут. Там твоя половина, тут моя, понял? Вместе платят ипотеку. Раздел имущества. Офигительно! Вместе врут. Брэк говорил родителям, что Илона беременна. Но они поверили. Теперь не знаем, как признаться. Но они... Воздухом одни. Не вместе. Не трожь границу. Да хорош, мне только пульт заклеить. Надо-то всего 5 сантиметров. Ну да. 5 сантиметров тебе не помешало бы. Развод с 3 октября в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Девушки, здравствуйте. Привет. Саша, я не буду делать вот этот вид, что я тебя не знаю. Саша Горошко, полуфиналистка проекта «Танцы». В прошлом году ты приводила сюда свою ученицу. В этом году ты привела... Много учениц? Много учениц. Рассказывай, кто эти девушки. Это восхитительные создания для начала. Из моей команды, которая называется «Проксима». То есть ты вырастила себе команду, можно сказать? Ну, не прям с нуля, конечно. Но, в принципе, можно и так сказать. Саша своим примером показывает, что нет ничего невозможного, поэтому с удовольствием тянемся за ней. Для нас это гордость быть частью ее команды. Честно скажу, в прошлом сезоне были команды девчонок, которые танцевали что-то похожее на контемп. И вот что-то вот у них как-то не сложилось. То есть не было ни одной команды, которая вот прям как-то хорошо прошла по сезону. Может, у вас есть какое-то... Вот прям что-то вот свое, такое вот, что только есть у вас. Александра Горошко, мы танцуем в стиле Александра Горошко. Это не тот контемп в белых рубашках по полу. У нас уникальный контемп, который совмещает в себя не только базу, классика, неоклассика. Наверное, совмещает каждый вот стиль по чуть-чуть. Наверное, Александра Горошко стайл. То есть вас опыт предыдущего сезона не пугает? Нет, мы хотим идти так, как мы пойдем. Это наш путь, правильно? Мы же не идем по стопам других команд. Так что посмотрим, как... Мы далеко пройдем. Oh,
Надеюсь, не слышит нашу поддержку. Антон. Девчонки, мне понравилось. Спасибо вам большое. Вот, но... Я бы сказал вам про ваши отношения с музыкой и насколько вы были точны, но это вот Вова вам расскажет. Мне все нравится. Тебе все будут нравиться или просто потому, что это девушки в большом количестве? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Я хочу, чтобы ты говорил здесь правду. Правду? Да. Я говорю правду. Мне понравилось не потому, что это девочки, а потому, что они классно танцевали. Спасибо большое, Антон. Не за что, Лейсан. Вова. Но я обратил внимание на качество движения. Мне показалось, что оно было очень разное. От того, как бы синхроны таковыми не становились. То есть каждый танцует то, как он понимает вашу идею. А общего понимания идеи я, к сожалению, не увидел. Вот. Спасибо. Спасибо. Мигель. Слушайте, ну мне, во-первых, мне понравилась постановка. Спасибо. Мне понравилось то в некоторых моментах, что это было как-то, ну, слажено все, и сама конструкция танца была понятна с хореографией, схожа. То, что там Вова говорит по поводу атмосферы, ну, наверное, это эмоциональная часть. Вот ее мне как раз не хватило у вас. То, что вы по-разному танцевали, но вы по-разному выглядите. Мы допускаем то, что это может быть исполнено не совсем синхронно. Но эмоциональной составляющей здесь не было. А так, класс. Спасибо всем. Ну что ж, девушки, я приглашаю на эту сцену ваших конкурентов для решения. Ну что ж, это будет непростое решение, и мы к нему переходим. Начнем с Вовы Варнавы. Я буду коротенечко. У меня есть вопросы к двум командам, но мне кажется, что сильнее были вы, ребята. Мигель. Ребята довольно слаженно станцевали. Это было... хорошо, смотрибельно. Мне единственное, что показалось немножечко банально по материалу. Мне кажется, такие номера, которые вы сейчас сделали, они делаются за неделю. И для этого там год готовится для того, чтобы прийти на проект, не нужно. И это достаточно быстрая работа. Что касается вас, достаточно сложный номер. Я понимаю ваши амбиции по поводу того, что вы хотели сделать. Очень сильно понимаю ваше волнение. Мне понравился ваш номер. Я действительно считаю, что он был сложнее и видно было в нем работу. Вот сейчас за работу оцениваю, но хотелось бы у вас, чтобы эта работа отсутствовала на сцене. Проксима! Это заявка! Ну что ж, Антон, на тебе это решение. Выбирай. Вот так, да, решили? Да. Что я должен это решить? Так, я здесь в жюри абсолютно... Ну, вот как обычный зритель, обычный человек, который любит танцы, но совсем в них не разбирается и оцениваю абсолютно с какой-то эмоциональной точки зрения. И, соответственно, проголосовать я хочу тоже сердцем. Как договорились. Я же обещал голосовать сердцем, поэтому я буду голосовать сердцем. Мне понравились оба танца, но вот если я буду голосовать сердцем, то я отдам свой голос Vibe Crew. Танцев. Девочки, эти аплодисменты вам. Спасибо за участие. Ребят, классно. Ну ничего, в следующий раз, значит, придем с эмоцией. Ждите. Да, идите скорее сюда, ко мне сюда, да. Короче, я, конечно, не судья, но это было очень круто. Спасибо. Это было мощно. Вам как? Спасибо. Офигенно. Очень понравилось. Оценить сложно, но ощущения точно были кайфовые. Да. Сам факт нахождения на сцене, там танцевать. Вы прям кайфовали вот в этот момент. Так и мы было. Мы танцевать умеем, да, мы танцевали. Yeah. So fly, they wanna swap me. But I go hard, they can't stop me. Sweeter than the poppy. When I ride the beat like a jockey. Fierce with the flow, too foxy. Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Спортсменка. Как тебя зовут? Варя Котова. Варя Котова, сколько лет тебе? Мне 10 лет. Mm-hmm.
Лёш, как у тебя сегодня день прошел? В школе писали контрольные. На тренировке мы готовились к чемпионату. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Варя! Привет! Привет! Знакомь. Это моя мама, Лена. Лена. Мама, Лена. Варя. Варю знаю, Варю знаю. Варя у нас в проекте, с чем я ее очень сильно Спасибо. Поздравляю. Ну, теперь рассказывайте мне вообще все. Во-первых, почему танцы? Потому что когда-то мечтала я быть танцором. И так получилось то, что в 3 года мы ее отдали сначала в наш местный ДК, а потом она в телевидении увидела хип-хоп. Так как в нашем городе нет, мы поехали в соседний город. И там меня прям зацепило. Тебя отправили или ты прям жесткой рукой своей маленькой сказала «хочу хип-хоп»? Хочу хип-хоп. Хочу хип-хоп? Ну, я смотрю, ты девочка свободная. Сама решаешь, какой стиль хочешь танцевать. Конечно. Вот это вот сейчас уверенно звучит. Конечно. Сколько раз, получается, вы ее возите в неделю? Ну, 3 раза у нас танцы и плюс еще дополнительно 2 раза акробатика. Вот так, по часу. Ну да, получается. А почему такая поддержка? Вот именно в направлении танцев. Несмотря на то, что 10 лет у нее есть цель, это очень важно. Baby, какие эмоции испытала, когда поняла, что прошла? Ну, в душе я визжала. В душе визжала? Да. Была мечта такая, да? Да. Слушай, осуществляется. У меня для тебя подарок. Серьезно, у меня для тебя подарок. Я тебе хочу пожелать удачи, и прям пусть это будет твоим талисманом на этом проекте. А вас поддерживали? Нет. Если бы меня поддерживали, я бы, наверное, тоже занималась танцами. То есть у меня не было такой поддержки. Вот поэтому я стала логопедом. Между прочим, тоже очень круто. Очень круто, да. На секундочку. Но танцы интересней. Ну, я достойна какого-то, может, объятия там? Да. Спасибо. Как же это было классно! Какое ощущение сцены! Ты большая артистка! Вот! Спасибо большое! Антош, понравилось? Вообще шикарно! Ты вообще! Мне больше всего нравится перевоплощение. То есть выходит Варя, Варя Котова 10 лет, а потом... И там взрослый артист, просто другой человек вообще! Спасибо Варя, большое! Это очень круто! Мигель! Ты сидел с таким лицом, как будто увидел что-то невероятное. Ты зажигалка. Спасибо. Это большое. Прям молодец. Сцена, это твое. Спасибо. Продолжай, дерзай, но молю тебя, музыкальнее. И поэтому лицо было такое, потому что для меня, в принципе, танцовщик, это что, это транслятор музыки в первую очередь, да? Я несколько раз подстраивался под музыку, я просто не понимал, в какой момент и что ты пытаешься в данном случае музыкально сделать. И было по музыке чуть-чуть не точно. А так очень зажигательно. Спасибо. Спасибо большое. Вова. Ну, Варя невероятно обаятельная вообще девчонка. Большая артистка. Спасибо. Уже. Некоторые прям вещи, оценки, это прям были такие оценки взрослого танцовщика. Да, не всегда музыкально, но работаем. Спасибо Работаем.
Зажгла, спасибо тебе большое. Давай посмотрим твоего конкурента. Мне очень понравилось. Я прям как будто у себя побывала дома, в зале. Как будто прям перед тренерами. Я готова. Ольга Дипцева. Говори быстро, что там случилось? Антон Филипенко. Какой-то полтергейст. Владимир Симонов. Это странная сущность, вы просто его не видите. Максим Лагашкин. Артем, ты чего? Федор Бондарчук. Заврался ты, запутался. И кто-то еще. «Барабашка» с 26 сентября в 8 вечера. Ну куда ты убежал? Иди сюда. Премьера на ТНТ. Называю второго участника на этот баттл. Меня зовут Ангелина Тищенко. Я из города Рязани, мне 10 лет. Я танцую, занимаюсь танцами 7 лет. Я бросила 8 секций, пока не ходила на танцы. Очень на все надо было много времени. Мама сказала, выбирай, чем будешь заниматься профессионально. Я думала... Ну, художник, что он может делать? Рисовать. Танцор, что он может сделать? Удивить. Приехать на танцы на ТНТ, показать всему миру. То есть художник, он так не прославится, как танцор. И поэтому я выбрала танц. Я на проекте буду танцевать современную хореографию. Я считаю то, что всегда надо говорить современную хореографию, потому что современная хореография ест все. Потому что сейчас модно то, что современно все. Это более такое направление ближе к сердцу. И сердце левой стороны, да. Ну, все хорошо. Я думаю, что я хочу стать очень сильным хореографом и открыть свою школу. И как-то хочу с будущим это связать. Танцы для меня являются такой прям моей жизнью. Я ими живу, без них я не смогу. Вот сейчас у меня нет тренировок, у меня сейчас только репетиции. Я вот думаю, вот как там мои тренера без меня. Для меня танцы — это вообще все. Все. Вот. Все вместе. Все цветы сорвали в парке, пересчитали всех жуков и сменили столько разных и ненужных номеров. Ты счастлив на миноре, а я люблю опять на траве лежать и облака на небе изучать. На столе домино и один на один поминутно ускользает наш замкнутый мир. Радио FM прерван давно, но ты не оставляешь меня дома. Как бы не собиралась собрать этот пазл, ты все решил, я этим все сказал. Мысли уложены, чувства морожены, я же нормальная, почему все так сложно? Все цветы сорвали в парке, очнулись на мосту, так и рая ждет, пока я перейду. А громче, зал, может, громче? Конечно! Конечно, Ангелина, девочка ты наша! Такая хулиганистая артистка, прям молодец, невозможно, не могу. Мигель, неси серьезность, пожалуйста. Нести серьезность? Да. Я не могу. Было невероятно мило, было клево станцовано. Ты достойный артист. Все было классно. Что сказать еще? Я обожаю тебя и всегда прислушаюсь к твоему мнению. И тебе! Тебе! Тебе предстоит выбор! Нет, это готовый артист шоу-бизнеса просто. Знает, как четенько сказать, Мига, понимаешь? Антон. Да вообще, это прекрасно. Спасибо огромное, спасибо. Я готов разговаривать максимально долго, чтобы мы никогда не пришли к моменту, что нужно кого-то выбирать. Поэтому я хочу отметить, какое прекрасное платье у Лисан. Давайте. Спасибо. Вова,
Что по танцу? Тоже невероятно артистичный ребенок, такой классный, светлый, все уже понимает, как, какие рычаги, кнопочки крутить внутри, через что транслировать свой танец. Но тоже там были вопросы к музыкальности, это первое. И второе, хэштег «Совет друга». «Совет друг» с Паковой. Просто совет друга. А, может быть, ты можешь чуть больше именно танцевать, потому что мне кажется, что номер был перенасыщен, именно перенасыщен трюковой частью, что классно, ты это делаешь, вау. Но если ты там еще танцевать будешь больше чуть-чуть, окей, все, будет классно. Поняла. Все, спасибо. Спасибо. Я пошел. Встретим твою конкурентку. Максимальная ми-ми-ми на ТНТ невозможно, не знаю, как вы сейчас будете выбирать. Но выбор сделать нужно. К решению. Мигель, начнем с тебя. А, Варварик, молодец. Действительно, сцена это твое, поэтому дерзай. Не скажу то, что... Меня прям удивил твой танец. Но твоя артистичность, да. Ангелина. По твоему артистизму все то же самое. Вы обе очень хорошие и прикольные артистки. По поводу хореографии, которую ты танцевала, это очень простой способ для того, чтобы скрыть музыкальность и попробовать... преподать это как танец, когда ты идешь по музыке такими, знаешь, широкими мазками. А сейчас было прям широкими мазками, и ты сама это знаешь. Дальше тебе будет сложнее. Антон Шастун. Она сказала уже, да, Антон Шастун. Надо говорить. Надо выбирать. Ой, так, ну это... архисложно вообще. Ангелина, Варя, вы умницы обе. В любом случае, вне зависимости от того, кто из вас сегодня пройдет дальше, кто вылетит, неважно, вам точно нужно оставаться на сцене. Это прям ваше, это супер. Мне показалось, что то, что делает Ангелина, это сложнее. Что она выполняет какие-то элементы, которые, на первый взгляд, кажется, что их сложнее выполнить, чем то, что делает Варя. Но при этом у Вари был какой-то невероятный напор. Как будто она вот здесь танцевала прям, где-то, а не в 10 метрах. За что отдать свой голос? Наверное, я все равно буду голосовать, как я и обещал сегодня, от сердца. И я проголосую за напор. Решать. Ну, спасибо, ребята. Слава богу, не я. Слушайте, ну, вообще, тут таких две замечательных участницы. Показались вы на проекте более чем достойно. И... выбор сложный в любом случае. Сегодня, так как это батл, мне кажется, что сильнее был участник. Ангелина проходит следующий тур. Так и хотела сказать, победила дружба. Победила все-таки, да. Молодцы, девочки. Я не думала, что я выиграю. Я думала, что я сейчас соберу чемоданчик домой. А я дошла до второго тура. Я не знала, что так будет вообще. Я не ожидала. Мигель, я тебя обожаю. Пуговка моя. Ну что? Нет. Че это нет-то? Не знаю, не помог. Я, знаешь, что я тебе хочу сказать? Я тебя поздравляю, что ты здесь побывала. Спасибо. Вот ты на этот браслет уже нанизала одну бусинку. Одну маленькую свою победу. Ты здесь побывала. Вот с этим же браслетом в следующем году у нас будет вторая бусинка. Понятно? Малышка, малышка моя. Варюша! Нет, сложно.
Рожан. Привет. Привет, знакомь. Это моя жена, Ани. Ну, вообще у нее никнейм в танцевальном сообществе Заки. То есть ваш дуэт довольно сработанный. Получается уже сколько? 18 лет мы вместе, да. Вы вместе с детства, что ли, получается? Да. Ну, получается, да. Мы вообще с одного района. У нас там и команда образовалась, то есть там треугольник из трех домов. Это как в сказке, как не бывает, когда вот так с детства и на всю жизнь? Ну, получается, да. Бывает. Был период, когда я там один вынужден был двигаться, так как она была беременна. Там, две да, у нас, беременности подряд. Да, да, две беременности подряд, и мне приходилось самому там таскаться. А так у нас был дуэт с 2013-2014 года. То есть у вас еще и двое детей? Да. Да. Амина и Аделина. Две девочки. Да, да, погодки. В том году я, конечно, плохо подготовился, если честно. Ну, мне не особо понравилось, короче, как я станцевал. Аня тоже поржала с этого. Да, вот. Сейчас ржет. Да, вообще да. Ужас. Почему? Блин, не получилось это... раскрыться, как это хотелось. Это вообще был да. Колхоз, честно. Ну, не колхоз, ну, ладно, нет, для, было для нормально. Меня, для себя, для себя, типа. Да, но колхоз в плане того, что несерьезно это же отнесся к проекту. Да. В плане того, что, ну, сейчас на фристайле выйду, что-то там протараторю, ну, так и получилось. Не прошел, с собой остался недоволен, еще и дома получил. Ну да. Ну, нет, нет, конечно. Нет, дети дома... довольны, дети довольны. Они такие, о, папа, давай еще раз посмотрим. Такой, мы, кстати, пожалуйста, до сих пор смотрим этот эфир. Я такой, можно не это, пожалуйста? Сочувствую. Осталось все-таки чувство недосказанности. Типа, хотелось показать. Вроде вышел не очень, и надо попробовать. Надеюсь, получится нормально в этот раз. Ну круто! Блин, танцоры такие крутые! То есть, они всегда вот выходят, и всегда это круто. Все танцуют вообще. Конечно, танцуют, это круто, конечно. Че ты хихикаешь, надо мной сидишь? Ничего. Ты крутой тоже. Атажан, да? Да, мне показалось, что в первой части танца ты так был заряжен, так выложился, что в конце я уже видел усталость на лице. Что вообще? А что это за стиль танца? Мы двигаем хаус-дэнс. Аллилуйя! Спасибо вам, было круто, очень круто. Спасибо. Спасибо тебе, Антон. Ну, давай, Вов. Вообще здорово, что вы выбрали именно хаус презентовать. Вот. Вы, конечно, не справились с той дистанцией, которую сами себе определили. Под конец сдохли. И что очень важно, что мы не все здесь занимаемся активно танцами, члены жюри. И классно, что есть человек, который приходит со стороны, и он эти вещи, ну, замечает. То есть я считаю, что это очень важно, прокладывать дорожку к зрителю, как бы, к обычному, о нем думать. Мигель? Мне казалось, что будет немножечко кочевье. То ли вас вот эти вот пиджаки скрывали, вот вас вот это все, то ли не знаю что, но почему-то было тяжеловато. Вот так вот смотрел плоско на вас.
и номер, я понимаю, что и коннекта между вами такого плотного не было, что я понимал, что вы вот прям дуэт, пара, и вышли вот сейчас танцевать. То один, то второй, и причем, ну, как-то такое, чуть-чуть по-спортивному. А так, плотненько намесили там, прям нормас, иногда даже чуть-чуть не выгребали, но все равно танцевали отверженно. Молодцы! Спасибо, ребята, спасибо. Это было достойно, да. Но меня не качнуло, что ты, Жанна, косячил. Да, я там что-то под конец закосипорил жестко, никогда так не косипорил. Вот, ну ладно, бывает. Ладно, если мы просрём, то на твоих плечах. Ну да. Согласен? Да, да я уже вообще ловлю как бы хейт. Я приглашаю следующий дуэт на эту сцену. Так, ну это какие-то привет. Звезды вышли, знаем, да? Звезды вышли, да. Представьтесь, представьтесь. Всем привет, я Настя Зинцова. Артем Круглов. Мы представляем House Dance. Ну, рассказывай, нет. Ни денег. Билет стоит 28 рублей. Это у меня последний. Ни мужей. Это развод, да. Ни счастья. Мой сын здесь жить. Не будет. Ни напряжная комедия. Я отец. Это не тот папа. Разобью PlayStation. Сразу не узнал. Привет, папа. Нина. С 3 октября в 8 вечера. Вы до чего вы заселяетесь? Почему такая огромная разница с фотографиями? Заката дождитесь, обои знаете, как заиграть? Что спасибо скажете? Премьера на ТНТ. Мы пришли продвигать такой потрясающий стиль, как House Dance. Хаус танцуем уже плюс-минус лет 10. И знакомые, я думаю, плюс-минус мы уже лет 10. Что касается наших успехов, достижений в батловой танцевальной индустрии, мы являемся одними из сильнейших танцоров России. Являемся действующими танцорами на различных батлах в России, в Европе. На данный момент хаус-индустрия в России на качественном уровне. У нас есть сильные представители, которые заявляют о себе и на европейских аренах, и на российской, и пробуют делать какие-то постановки. Российские танцоры в целом известны, но это не настолько популяризировано, то есть он не настолько широк, но за качество мы можем отвечать все. Соответственно, и пришли сюда для того, чтобы на более широкую аудиторию заявить о том, как мы его видим, как представляем, и как его можно показать и на сцене в том числе. Это очень сильные, хорошие, достойные соперники, с которыми на этой сцене очень рады презентовать этот стиль. Вообще, Артем наш сокомандник, чтобы вы понимали. Да. Он тоже представитель Айтаун Фэмили. И даже если мы там не пройдем дальше, я все равно буду рада, потому что Артем наш друг, его обожают мои дети. И если из эфира в эфир мы будем наблюдать там Артема, мы все равно будем очень радоваться. Здесь нельзя сказать, мы сильнее, они сильнее. То есть каждый на очень серьезном, высоком уровне показывает свой стиль. Артём и Настя, да? Блин, это было вообще, прикол имеется, вообще. Нормальная тема, вообще. Спасибо.
таким оценкам мы уже перешли в жюри. Да? Да, это шоу «Новые танцы». Прикол имеется, отлично. Окей. Продолжаем. Так, голос за ним. Вот у него чулка. Вова. Ну, как сказал поэт, прикол, конечно, имеется. Тут это очевидно. Я смотрел, и почему-то такая мысль у меня в голове звенела, что очень как-то слабо с подачей, и при том, что это и для предыдущей пары, и для вас характерно. Точно так же я вижу, как бы, где вы теряетесь на этой дистанции, вот этих бесконечных буре шагов. Наверное, это не так, но я все время думал о том, у ребят как будто бы не хватает физической формы вывести то, что они запланировали. Причем и в том, и в этом случае. Ладно. Либо мы вообще, типа, не подходим. Не либо мы на самом деле слабы для этого. Халф-танцоры. Успокойся. Встречаем ваших соперников. Ну что, к решению. Начнем с Вовы. Меня это не захватило, не разорвало. Вот. И жанр здесь, и тот вид танца, который вы представляете, совершенно ни при чем. Мне совсем не хватило отношений вообще. Вы просто сами по себе в каком-то находитесь в вакууме. У вас отношений было больше, и мне показалось, что тот став, тот материал, который вы даете, он просто, ну, как-то был синкопированнее, интереснее, разнообразнее, поэтому я голосую так. Мигель? Очень, как бы, вам повезло той паре, которую я сейчас выберу, в том, что вы стояли в одной, можно сказать, категории. Почему? Потому что дальше, если будет так продолжаться, я думаю, вряд ли зайдет. И с этого момента вам действительно, одним из вас, надо выбрать стратегию. Если уж действительно хотите продвигать свой стиль, сделайте это так, чтобы это было интересно от самого начала и до конца. И так, чтобы люди каждый раз, когда вы выходили на сцену, ждали вашего выхода, потому что по-любому понимали, что сейчас будет полный разнос. Пожалуйста, обеспечьте себе это. Удачи вам. И подготовьтесь очень хорошо к следующему этапу. Единогласно! Начали прикольно, но я, короче, запорол там в конце жестко. Так что весь говорит на меня. Вообще, конечно, жалко, потому что девчонки, наши дочки смотрят, вся наша семья смотрит, и хотелось бы пройти дальше, но это же он правильно сказал, кто косячит, тот вылетает. Ну да, тут как бы нету места ошибкам. Соло. Последний баттл программы. Встречаем первого участника. Привет. А как твои дела? Как ты решилась вообще на это? Хочу сцены. Победителем последнего сезона шоу «Танцы». Блин, я даже как будто сейчас эмоционально переживаю даже то, что было. Становится... Алексей Мечетный! Я как будто бы делаю вдох и объявляется о том, что я становлюсь второй. И я такая, ну, значит, меня ждет какая-то более глобальная победа, что-то гораздо важнее для меня, чем выиграть сейчас. Я начала гораздо больше, наверное, уделять внимание именно своему личному творчеству. И, возможно, это тоже вот послужило как бы таким мотивационным моментом, что, блин, я стала второй, а не первой, и что-то, значит, мне не хватило. И вот это что-то я постоянно ищу. Я даже не думала, что я захочу вот в таком скором времени куда-то выйти, чтобы посостязаться, проверить свои силы.
И потом просто предоставлялась возможность в виде сцены, в виде того, чтобы выйти на нее, показать себя. Вокбалы, чемпионата. Не знаю, мне просто хотелось это делать. Я выходила, и каждый раз я просто становилась везде второй. Итак, второе место. Ксения Горячева! И уже последний раз, когда я снова стала второй, для меня это просто было уже таким, наверное, сложным моментом эмоционально, просто потому что я понимала, сколько я работаю и почему этого недостаточно, а что тогда нужно сделать, чтобы быть первой. Я не понимала этого. И когда ты понимаешь, что просто столько поддержки и внимания, и любви к твоему творчеству, но ты все равно как будто чуть-чуть недооценен. И сейчас, находясь здесь, мне хочется, чтобы для меня это было максимально вот достойно, чтобы я посмотрела такая, да, это то, как я вижу, это то, как я танцую, и то, чем мне хочется делиться. Я поняла, что этот проект будет определенно чем-то большим, чем просто прийти за вторым местом. Было горячо очень. У меня такое ощущение, что ты пришла за победой? Конечно. А скажи, глаза, они как, на что они, чему соответствуют? Расскажи просто. Изначально задумывался образ моей внутренней составляющей, и больше это в женственность уходит. Но так как я ее ощущаю не совсем в таком человеческом воплощении, физическом я имею в виду, для меня это больше такое что-то, ну, животное, больше в другую энергетику. Окей, спасибо. Антон, что ты скажешь по этому всему? Я скажу, что не знаю, кто будет против Ксении, но ему будет супер сложно. Это было очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо. Согласна. Мигель. Что можно сказать уже Горячевой? Удивлены были. Молодец, Горячева. Спасибо. Спасибо тебе. Провожаем тебя под бурные аплодисменты. Ну что же, последний участник. И я приглашаю его на эту сцену. Здравствуйте. Привет. Как зовут тебя? Давыдова Ксения. Давыдова Ксения. Сколько лет тебе? 15. А, 15 лет тебе. Оу. Родители решили отдать меня в танцы. Изначально в детстве занималась модерн, джаз, что-то такое. Потом пришла к Артему Волосову. Он, собственно, мой педагог, наверное, основной такой до сих пор. Начала заниматься современным танцем, контемпорари. И сейчас уже я решила ходить на занятия по хип-хопу, по остальным стилям, кроме контемпорари, чтобы как-то развивать свою индивидуальность и универсальность.
Я могу сказать, что я стала сильнее, потому что появилось что-то свое, свой стиль, свое движение. Ты в батле с Ксенией Горячевой. Прикольно. Но мы давно очень с ней знакомы. Давно, да. Лет 5, мне кажется. Мы достаточно часто с ней пересекались. Мы с ней как раз познакомились на одной из конвенций танцевальных. В дальнейшем у нас была судьба, что нас объединял один педагог, у которого мы занимались, Артем Волосов. И он ее прям взрастил. Я к Артему уже попала в таком зрелом возрасте. Мы с ней чем-то похожи. И визуально, и стилистически. Я наблюдала за ней, за ее ростом, и вот с точки зрения именно того, как она работает, мы очень схожи, она очень много пашет. Я, возможно, одна из самых молодых участниц в этой категории. Мне кажется, что мы все практически здесь наравне, нас не зря взяли в эту категорию, и все могут побороться с друг другом вполне. Это тоже было классно. Вообще, я сейчас подумал, вот когда Ксения закончила свой танец, я подумал, что, конечно, вот когда вот такие вот танцы нужно оценивать, это точно должны делать профессионалы. Ну, в меня зашло, как и предыдущий номер. По-моему, это классно. Классно. Спасибо. Вова. Слушай, мне понравилось, что тело у тебя очень умное, оно понимает вообще все процессы, которые в теле происходят. Я вообще вот за такой танец как бы топлю, чтобы это было не просто поднимание ног, там, типа 3, 4, 5, 6, а все-таки, чтобы я видел, где гравитация в теле находится, куда направление. Поэтому мне будет сложновато делать выбор, но ты молодец. Мигель. Я действительно считаю, что у тебя, как Вова сказал, умное тело, но есть над чем работать. Ну а так, ты молодец. Спасибо. Приглашаем твою конкурентку. Две Ксении и одно решение. Ну что ж, к нему и перейдем. Мигель, начнем с тебя. Достаточно сложный батл, потому что в данном случае это напрямую касается вашего тела, как исполнителя, танцовщика, что вы можете, насколько сильно оно танцует. И в данном случае у Давыдовой, как мне показалось, есть над чем работать. И это касается тех частей тела, на которые некоторые люди даже не обращают иногда внимания.
Для меня некоторые, например, в зале замечания о том, что у тебя не танцующие щиколотки, сначала вводили в смятение, а потом я понял, к чему это все. И в данном случае, по вашей подготовке именно телесной, по вашему исполнительскому искусству, мне кажется, вполне справедливо. Вова! Что сказать? Мы уже сказали, много раз произнесли слова «сложный выбор». Мне кажется, что, Ксюш, можно поработать над стопами. Я сам больше склоняюсь к тому, что факт поднятия ноги мне не очень интересен. А вот то, как эта нога поднимается, меня очень всегда интересует. Вот. И в данном случае я, конечно же, и респектую тебя, и очень мне нравится то, что ты находишься в процессе, а не просто исполняешь какой-то результат. Но у нас же батл, и вот я нахожусь на таких качелях и весах, и свой выбор делаю. В сторону Ксюши. Очень рада, но в тот же момент мне очень обидно. Это сложно говорить о том, что когда мы стоим в батле с Ксюшей, мне обидно, что она не прошла, потому что она, ну, она очень сильная, и мне кажется, мы в принципе с ней наравне были. А что ты поплакала? Не знаю, это красота, ничего. Спасибо. Ты в первый раз на такой большой сцене? Я был в 6-м сезоне «Танцы, дети». Танцы ты показал маловато. Вперед, трудиться дальше. Я сюда еще приду. Ой, как мне сложно. Новые танцы. В субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ.